пятницу вечером 7 нарядов ДПС патрулировали улицы Иваново. В зоне особого внимания инспекторов – пьяный водитель. Около 10 вечера поступило сообщение о ДТП у главпочтамта. На месте выяснилось, что водитель отечественного автомобиля снес ограждение и вылетел на тротуар. Мужчина был трезв. Он просто уходил от столкновения. Автомобиль, который спровоцировал водителя на такой опасный маневр, скрылся. Спустя буквально полтора часа неподалеку от почтамта сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. Он ехал по улице Почтовой по встречной полосе, затем повернул на Театральную, где как раз дежурили автоинспекторы. В Рено находились двое мужчин. Оба изрядно приняли на грудь и уже держали путь домой. Инспекторам и телекамере разгоряченные товарищи явно не обрадовались. Оправдывались резко и не всегда понятно. Я был в косяке, значит, был в косяке я. Все, в косяке был я. Не вопрос. Буйного приятеля водителю пришлось усаживать обратно в машину, а он просто хотел высказаться. Ты не прав. У нас Россия гребаная страна. Я считаю, что вот такие, как вы, нашу Россию гребаную предают. Если бы были нормальные мужики... И не боляясь, и все было бы, а вы боитесь. Вы боитесь всего, на самом деле. Вот и все. Сядь в машину, сиди в ней. Да мне так хуже. В ходе долгого и по большей части бессмысленного разбирательства выяснилось, что водитель уже лишен прав. Однако его такое положение дел не устраивает, и он по-прежнему управляет автомобилем в любом состоянии. Мы вам предлагаем пройти медицинское освидетельствование на месте. Согласны? Не вопрос. Не вопрос. Я могу вам сразу сказать, что я немножко пьян. Вы можете сразу записать, что я пьян, и все. Чистосердечное признание водителя о том, что он пьян, подтвердил и алкотестер. Прибор показал 0,83 промилле. Машину отправили на штрафстоянку. Водитель же будет доставлен в комнату административных задержанных и впоследствии утром будет направлен в суд для решения его дальнейшей судьбы. То есть ему будет вынесено судьей административный арест до 15 суток. Пассажир, опьяненный вниманием общественности, еще чем-то в этот вечер домой тоже не попал. Больше часа он мешал работе сотрудников ГИБДД, дебоширил и оскорблял присутствующих. А потому спать и трезветь его отправили в отделение полиции. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.